вечере, то, что мы играем у них дома, нам предстоит очень тяжело играть с ними. Они, им тоже нужна победа. Мы им не устраивает только ничья. А нам только задача выигрывать. Нет, для того, что приехать, чтобы цель у нас одна задача, чтобы выиграть. В первую очередь я хочу сказать, мне то, что проиграли, это очень обидное поражение. То, что мы играли дома, то, что это у нас была самая ошибка, то, что проиграли. А во втором тайме вышли и показали игру, которую надо играть в первом тайме. А в первом тайме чуть-чуть растирались.